Друзья, всем привет-привет! Вы на канале «Мой сад, моя гордость» и это продолжение похода в лес. Друзья, ну не могу я с вами вот этим не поделиться, смотрите, запечатлеть. Смотрите. Это что-то, мы только зашли в лес, и у посмотрите, что... Посмотрите, что это белый гриб. Белый гриб. Просто. Моя дочка вот прям и ищет вот и ищет. Посмотрите. Посмотрите. Вот и там. Вы смотрите, мы уже с полными ведрами. Мы не взяли с собой ведер, взяли вот два ведерка, думали, что мы этого не наберем. Но вот как-то у нас вот так вот. Подарок лешему оказался все-таки удачным. Друзья мои, идите в лес, идите скорее в лес. Грибы перерастают. Белый гриб просто перерастает. Давайте, посмотрите, какая прелесть. Посмотрите. Два гриба нашел Максим, просто пнул их ногой, растоптал. Тоже он нам помогает грибочки собирать. Вот, друзья мои, кому понравился мой ролик, подписывайтесь на мой канал. Катя, не надо ломать грибы. Вот, и до новых встреч, друзья мои, пока-пока.